И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, и это Ear Memories of the Old. То есть, он же Ear Воспоминания о прошлом. Как вы видите, по слову продолжить, я ее немножко поиспытал. Я решил ее взять для геймплеев. Собственно говоря, я решил ее взять по другой причине, которую озвучил в первый раз, когда записывал ее. Но проблема случилась в том, что у меня полетела программа записи, и все крашнулось там. Ну, сама запись крашнулась. Поэтому пусть это останется тайной, почему я взял эту игру сегодня. Хотел сказать, потому что так эмоционально я высказывал, что это уже не повторишь. Поэтому давайте же начнем с нуля. Я буду еще... Да, тут есть файл сохранения, я сохранял ее, но... Скажем так, мы там прошли первый этап, но поскольку у меня все крашнулось, эмоции уже потеряны. А там же еще на английском все я записывал изначально. Но тут есть русский текст, и... А ну-ка, вебка, давай-ка ты хотя бы не подводи сейчас. Поэтому давайте уж на русском пройдем, а то бы корявый английский вас, наверное, замучит. Я, конечно, неплохо понимаю на английском, но говорю на нем так себе. Но, с другой стороны, почему бы нет? Давайте еще раз. Посмотрим, тем более, нашел все-таки перевод. Ну, как можно переводить, ну, языки. Так что, чтобы вам было тоже понятно. А, все-таки не Оук. Я думал, а Оук ее зовут. Я вспоминаю первый, когда крашнулось все. Значит, Оук. Послушай, я знаю, тебе не терпится все исследовать, но паломничество — важный ритуал для народа неба. Как известно, в давние времена, до Великого Разрыва, эти места были другими. Была единая земля, а не острова в небе. И на ней жили древние. Ну, мало ли кто не понимает, что за древние. Они возводили великие строения, такие как три храма в землях богов. Твой путь лежит к этим храмам. Но потом все изменилось. Древние каким-то образом вызвали великий разрыв, сокрушивший твердь и оставивший лишь остров в небе. Жрица Кара молилась у маяка и получила советы, которые помогли нашему народу выжить в катастрофе. Все паломники начинают свой путь с храма Кары. Отправляйся туда, Оук. Я буду ждать тебя снаружи. Здрасте. Так. Жалко, что она, конечно, не прыгает, как Лара Крофт. Ну, вот. Первая табличка. Очень старая табличка. Некоторые слова уже не прочитать. В земле богов, где три в трех домах, отдыхая в вечных небесах. Ну, слушай, я корректно переводил, получается. Все правильно делал. Это хорошо. А то я боялся, что уж неправильно переводил вам тогда. Нет, все правильно переводил. Значит, ничего не забыл еще. Тренирую английский, в принципе, неплохо. Так. Память живет в наших сердцах. Память о светлом имени Кара. Ее лампада... Да фонарь, это не лампада. Вела и защищала нас, когда мир разорвался. И мы стали народом неба. Мне, кстати, реально нравится. Вот, медитативная игра. Успокаивающая. Так. Это то ли лиса, то ли белка. То ли что-то среднее. Тут внизу есть проход, но на тот случай, если вы упадете. А так там внизу ничего интересного нету. Я эту же пещеру... прошел первый раз, когда все крашнулось у нас. Нас крашнулось, когда... Тут, кстати, очень хорошая механика. Я не буду спойлерить пока что. Но мне она очень понравилась. Войди в чертог памяти, где хранится светоч Кары. Пока она была жива, он никогда не гас. Вопроси, и, возможно, он засияет в ответ. Тоже, в принципе, все правильно, я прочитал. Ну,
А вот и духи. Это дух, это дух, это дух. Вон там дух тоже сидит. Тут столько душ. Добрый день. Мы вопрошаем могущество. Власть над миром, богатство, ну и море любви. Физическое, естественно. Она как старушка сгорбилась. Ну все, ладно, намасте. Дхарма Нишитев. Спасибо и удачи. Да, Дхарма Нишитев пароль. Официально подтверждено. А ты кого-то еще видишь? Так. Добрый день. В общем, сериал Lost на максималках. Так, зажечь. Жалко статую, хорошая была. Мысли все в ужасе. Так. Нам сюда. А этот сидит себе, боится. Пещера растет. А вот с любой стороны, с высоты, что получается, сможем упасть. Только сейчас начинаю это осознавать. Так. Надеюсь, эти лампы будут достаточно долго озарять путь паломницы. Подождите, их тут кто-то намеренно поставил? Так мило. То есть не паломником. Ладно, давайте убегать отсюда, то нас сейчас завалит. Кстати, форт-то был, получается, с другой стороны-то. Забавно, в первый раз грузил быстрее. То, что вы, великий могучий, настолько... О, компас сверху. Север, восток, юг, запад. Оу, ты добралась! Слава богам, ты цела! Что случилось? У меня сердце замерло, когда пещера рухнула. Что это, лампада? Как странно, это лампада древний артефакт, прозванный светочем кары? И она светит тебе впервые за много веков. Береги ее, я останусь здесь и исследую храмчик. А тебе нужно продолжить паломничество, за маяком находится деревня. Тебя приведут туда воздушные змеи, найди Дайну и поговори с ней, она расскажет, что делать дальше. Превращение. Вот это, кстати, о... Да, ну карта мне тоже нравится. Ну тут еще один, по-моему, есть. А, это местное клад... А, это кладбище. Это кладбище, они приходят на могилы. Это могилы. Да, это получается... Ну ладно. Вот это мне понравится. У-ху! Погнали. Сначала залетим к одной парочке, которую я уже тут встречал. Призраков местных. Так.
Вот они. Давай уже нормально, приземляйся, Оук. Ух, спасибо. Так, фонарик. Наверное, пора снова разбить лагерь у маяка. Джон, наша малышка растет, нам нужен остров побольше. Ну, в принципе, логично. Чего бы нет-то? Так. Там ворота, а нам нужно вон туда. О, кстати, давайте на этот остров еще залетим. Вот так вот это делается. Вот, неплохо приземлилась. А я уже думал, упадет сейчас. А, у нее авто... Она, в общем, как аватаранг. Только тот не умел превращаться. Нам вот сюда. Ну, в общем, она маг воздуха, ясно. А это местная деревушка. А ты перемещаешься, что ли? Здрасте. Привет, Оук. Добро пожаловать. Что это был за грохот? Что? Это твоих рук дело? Кстати, я Джон. Мы с Дайной следим за маяком на этом острове. Присматриваем с Дайной, чтобы ничего плохого не случилось с земли богов. Это не так просто, учитывая древние руины и прочие чудеса. Правда, у меня не осталось времени, чтобы их изучать после рождения Эрин. Но я не грущу. Моя дочерка любит приключения, я горжусь ей. Если у тебя есть время, сходи к ветряному водопаду. Когда мир был единым, дух воды расчесывал здесь свои волосы, прекрасные волосы. Ветер подхватывал ее пряди и вплетал в облака. Так родилась радуга. Сам-то я никогда этого не видел, это просто красивая сказка. Но это место находится к северу отсюда, по пути в сторону облаков. Ага, хорошо. Вы у нас Эрин, да? Оук-оук, это же твое имя. Что стряслось? Ты видела призраков или животных духов, сокровища, секреты? Я тоже хочу их искать. Какая досада, что я не могу выбраться с острова. Ну, там написала не выбраться с острова, ее бесит, что она застрял. Я перескажу предыдущую там. На английском было сказано: так нечестно, что я не могу выбраться с острова. Это нечестно, что я застрял на этом острове, она там сказала. Ну ладно, тоже учитывается хороший перевод. Иногда у меня бывают приключения с родителями, но все равно это неинтересно. Однажды мы попали в такое отличное место на севере, там шел снег. Там была огромная статуя, сломанная, но красивая. А там меня... И да, меня зовут Эрин, вот. Типичная девочка. Все хорошо, Оук. Ты же Оук, верно? Мы слышали грохот из храма Кары, и я рада, что ты в порядке. Меня зовут Дайна, добро пожаловать. Давно я не видела здесь паломников. Твой наставник Медвин был последним. Мои родители помогли ему тогда, а теперь я, мой муж Джон и наша дочь Эрин поможем тебе. Если возникнут сомнения, возвращайся сюда и поговори с нами. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе. Стоп, подождите, родители помогали. А вы хотите сказать, что раньше вы не жили вообще на этом острове до этого, да? В паломничестве необходимо посетить три храма. Земли богов. Давным-давно после Великого Разрыва Кара запечатала их. Перед каждым храмом на земле есть знак. Там... Мы собираемся для того, чтобы поблагодарить духов. Отправляйся туда. Тем, кто приходит с чистым сердцем, открываются тайные слова. Сумеречный приют находится ближе всех к северу-западу отсюда. К северу-запада.
Тоннель. Давайте заглянем, посмотрим. Долго погружается что-то. О, все. Это, наверное, их дом. Школа паломников исследована. О, это школа. Не могу прочитать записи, сделанные на непонятном языке, и большую часть слов уже невозможно разобрать. Может, Медвин сумеет их расшифровать? То есть нужно, чтобы Медок сюда пришел. Надо его сюда пригласить. Медочка-то. О, летающая рыба. Давайте тогда к старику слетаем, скажем, сюда иди. Тут у нас школа, надо перевести все. А я читать не умею. Было бы здорово. Вообще мне очень нравится местная механика. Реально очень хорошие. Я, наверное, запишу несколько эпизодов сегодня. Ну, игра довольно быстро проходится. Скажу сразу, в первый раз не так долго проходил. Ну, где-то полчаса проходил. Сейчас мы прошли с вами в два раза быстрее. Это еще потому, что я переводом занимался. Там же я еще не знал, как... система перевода здесь работает. Теперь-то знаем. Так, ну это... поилка, я так понимаю. Исследовать. Должен быть этот маяк. Сейчас здесь ничего не происходит. Нужно вернуться сюда позже. А, то есть здесь будет задница потом лютая, да? Ну ладно. Нас сказали к северу-западу ближайший. Ну, слетаем, конечно. Только разбитых островов у них. Вот тут, кстати, есть, по-моему, дух, насколько я помню, один. Интересно, она приземлится, если я врежусь? Да, приземлиться ничего и не будет. В общем, она бессмертная. Возвращайся, Йохал. Это путь не для тебя. Какой-то Йохал. Йохалесбург. Слушай, я приналочился уже к управлению. Ну да, час поиграешь, поймешь. Но нам сказали, что ближайший храм на северо-западе. Да, тут даже зона перехода есть. О, вот тут ворота есть. Хочу попробовать-ка их. Так, интересно, получится вот их использовать для быстрого перемещения?
Так. Так, давай, давай. А, мы и по деревьям можем так спокойно прыгать. Ну-ка. Знаете, вот реально напоминает лет... А, это облака. Это облака. Я думал, это скалы. А это облака. Не скажу, что разочарован, но... О! Слушай, а ветряные потоки — это вещь. А это, так полагаю, храмы так светятся, да? Нам сказали на северо-запад. На северо-запад я и иду. Что, уже храм? Сумеречное озеро. Да, мы открыли новую территорию. Этот бог-самозванец зашел слишком далеко. Надеюсь, он лопнет от натуги. А это было типа его постамент, что ли? Там внизу какой-то мосточек. Так. Давай тут посмотрим. О. Рыбка прыгающая. Давай, поднимайся. Я стараюсь находить тут каких-то призраков, потому что, я так понимаю, через них рассказывается история. Вот. А, это цветы. Ну, мир реально здесь хорошо проработанный, интересный. Медитативная игрушка. Успокаивай. От хандры прям прекрасно работает. О. Здрасте. Я Йохал с Южных островов. Это моя третья и последняя запись о путешествии в землю богов. Я встретил Лиса в этот день, когда уже собрался уходить. Кстати, там, где мы с вами видели Лиса, там же тоже была метка, что я не забыл почитать. Он сидел посреди дороги и тихо смеялся, словно услышал шутку. Я гневно крикнул: «Мой народ умирает, почему это происходит?» Его улыбка стала грустной. Тень внутри призывает тень снаружи. Лечи тех, кто может излечиться. Этот путь не для тебя, Йохал. Я не знал, что сказать, и просто смотрел, как он уходит. Позже я понял, что он прав. Это не мой путь, он ждет кого-то из моего народа. Обойдя Сумеречное озеро, я впервые встретил Кару. Она показала мне сумеречный приют и попросила собрать всех, кого я знал. Эо было убежище, которое мы искали. Я вернусь домой и приведу сюда людей. Я снова увижу мою единственную дочь Рею и подарю ей надежду. Ну, в общем, записки выживших. Так. Ну, тут, кстати, принцип планера работает. Мне нравится. О, ну это точно храмушек. О, как красивый пафосный приземлился. Добрый день.
добрый день, мистер Дух, добрый. Слушай, это скелет? А, это как скелет и нервная система одновременно. Красота и только. Ее мудрые слова возродили надежду и дали убежище нашему народу. Животные духи помогли ей скрыть вход в падающие волнами в честь, за падающими волнами в честь солнца и луны, неподалеку на северо-востоке. Ну, в общем, на северо-восток с вами. Ой, мелочь пузатая бегает. Теперь нам на северо-восток, да? Вон туда получается. Хорошо. О, там... Там пару душ тоже виднеется. Эй, ты посмотри, сколько воды. Да, воды реально много. Кран забыли закрыть, видимо. Не экономят. Так, а нам на северо-восток. Ух ты, я могу пролететь. Мне вон туда. Давайте к источникам света. Или это вода такая, я не могу понять. Ветреный водопад. Ну да, мы потихонечку приближаемся. О! Давай! Тут я увидел духа. Так. Вот он. Отец, такие ответы ты хочешь найти в этих разрушенных краях. Ну, наверное, какой-нибудь. Как готовится паэлья? Кто же его знает-то? В общем, нам нужно вот в эти руины на северо-восток. Так, добрый день. Наверх, положи ее отдохнуть в этой башне. В общем, нам туда, что ли, тащиться? Ладно, допустим. Сколько уже с вами? 29 минут записываем? Ну, давайте. Кстати, забавно, даже не смывает. Я уже думал, тут поток посильнее будет, но нет. Добрый день, птица. Номер птицы, номер птицы 2. Так, а где тут подъем на эту башню? Или нам на самую вершину взлететь чисто нужно? А то я вход что-то не вижу. Нет, входа в башню нету. Значит, скорее всего, надо взлететь вот сюда. Я Рея, дочь Йохала. Я помню его рассказ о том, что случилось во время его путешествия. Ноша моего отца была тяжела. Мы нашли новый дом, но отец так и не стал прежним.
Появилась надежда, следующей весной родились новые дети. Мы выживем, но он думал о том, что нам предстоит будущее. Думаю, что болезнь черных камней, которую открыл отец, сильно напугала его, хотя она повторилась всего раз или два с тех пор. Острова, на которых мы поселились, безопасны. У Кары скоро будет ребенок. И в наших сердцах вернулась радость. Ух ты. Так вот, кого назвали псевдобогиню. Так, а куда там, получается-то? На северо-восток, что ли, все продолжать? О, вон там кто-то есть. В этих великих озерах живет водяной дух. Рыба-дух и змей из земли богов. Да ну. Интересно. И чем мне это поможет? Ладно, продолжаем идти пока на север. На северо-восток. О! Вот что-то вижу. Королевский путь. Так. А вы что себе представляете? Но и духи иногда уходят. Споем же о той, что скакала меж деревьями, о ее коричневых лапах. Не играть ей больше в тени, не смеяться с друзьями. Ушла во тьму она навсегда. Она скачет между звездами, идя путями богов в вечность. Восславим же танец, начало его конец. Воспоем и о том, что рычит в травах саванны, и о том, что ревом своим призывает и солнце, и ветер. Больше не мчаться ему за дикими лошадьми, не охотиться на лебедей в камышах, растущих у берега озера. Ныне он рыщет во тьме между явью и сном, голосом незабываемым приветствуем звезды, стихая лишь на рассвете. Так. Ладно, давайте пока вот сюда пролетим. Я так полагаю, нам туда. Ну, давайте сюда еще заглянем. Смотрю, тоже что-то есть. Пора взглянуть фактом в лицо. Бог-король здесь. Лучше склониться перед ним, чем остаться без головы. Короли у них какие-то, боги короли. О, там какая-то табличка воспоминания. Две. Нам везет. А, нет, они это пустая. А это? Тоже. Ну, слушайте, это открытый мир, мне нравится, кстати. Я так полагаю, нам сюда. Бог-король какой-то. Даже любопытно. Слушайте, игра реально не тягомотная. Вполне себе спокойная. Она у меня давно валялась в стиме. Давно приобретенная была. О, здрасте. Это уже в Майнкрафт какой-то пошел. В пасти зверя найти кости старого чудовища. А я так полагаю, его надгробие, что ли? В дни, когда боги еще не спали, собрались животные и завели разговор. Заяц сказал: «Трава уже не такая зеленая, как раньше». Медведь сказал: «Меда стало гораздо меньше, чем раньше». Волк сказал: «Меньше оленей в лесах». А лань на что ответила: «Я сделаю все, что в моих силах». Орел сказал: «Земля становится меньше». Цапля сказала: «Люди мало пишут и много спорят». Сова сказала: «Есть мать чернее ночи, и она растет».
После ее слов все замолчали, и слышался только вой ветра. Интересное надгробие. Если ты двинешься на север, слушай колокола, они помогут тебе найти путь. То есть мы сейчас с вами пока, получается, на север идем, да? Ну, слушайте, в принципе, неплохо. Давайте тогда долетим. Правда, с такой музыкой я, наверное, черт что услышу, но... У меня компас есть. Воющие пики. Мне... Только не говорите, что я уже пройду игру сегодня. Было бы забавно. Так, вот еще два духа. Температура падает, но источники, как всегда, горячие. А, это горячие источники? О, можно попариться. Ну, слушайте, почти пришли, получается. О, а это, я так полагаю... Вход в пещерку. Так. Кто-то поддерживает свет. Наверное, кто-то укрылся в пещере. Давайте заглянем. Я примерно, наверное, эпизод буду делать по 45 минут геймплейные. Примерно, потому что... Ну, по ощущениям сейчас, конечно, записываю где-то... Ну, смотрите, первый эпизод был 30 минут, но он у меня поломался, поэтому я его перезаписываю сейчас с вами. Сейчас я записываю 37, но у меня реально час это вот вообще максимум. Поэтому, скорее всего, эпизод будет по 30, по 45 минут где-то в среднем. Вот это мы запишем где-то на 45. Пещера медвежьего клыка. Медвежий клык. Ну, в принципе, что идет-то? Пещерка красивая. Хроники легенды западных кланов записаны Ретом, ученым с летних островов в земле богов священника. Особенно храм под названием Маяк, в котором, по слухам, заключена великая сила. Некоторые древние тексты называют его домом первого света, колыбелью этого мира, местом, где боги проснулись, вышли наружу. Сейчас это небольшая черная башенка из странного обсидиана и заброшенная. Осколок прежних цивилизаций. Нехорошо, что мы не следим за артефактами, что остались от наших предков. Ну это да. О, кстати, здесь трансформация не работает, если что. Трансмутация. Здесь ты не полетаешь особо-то. Даже вот тут не полетаешь. Ну ладно. А, мне показалось, тут какой-то закуток есть. Ну игра с открытым миром, но при этом в таких местах она очень прямолинейная. Слушайте, неплохо. Привет. Добро пожаловать, живой. Добро пожаловать, госпожа. Это честь принимать вас. Вы меня, возможно, не знаете, но я о вас наслышан. Проходите, послушайте мою историю. Закончить эпизодную историю? Давайте, почему нет? Но я помню времена, когда Кара была еще детенышем. Она впервые попала в землю богов, когда ее стая остановилась здесь. Я тоже был молод. Мне было лет 100. Ну да, молодой, такой бодрый, стояк. Уже упал. И как нарочно, они тогда расположились на отдых у самого моего домика. Я вышел погулять, но она ко мне подошла.
Мы не перемолвились ни словом, но она обняла меня, ее сердечко все мне сказала. Годы спустя она вернулась. Она запомнила меня, я был среди ее первых воспоминаний. Так она говорила, я предложил ей пакт. Но она уже сговорилась с птицей Громовых островов. Мы дружили, и я впервые встретил ее после событий Великого Разрыва. Творец разорвал себя, не успел прочитать. Три части Великой Силы и запертую бездну, а еще последний осколок, его надежды и мечты, любовь к миру и его красоте. Кара приходила ко мне, а я могу, кстати, вращать обратно? Приходила ко мне через много лет, когда мир снова успокоился, и показала мне ту, что унаследовал последний осколок. Малышка была такой же крохотной, как Кара. Когда мы впервые встретились, ее звали Миена. Ах, как быстро течет время. Спасибо, госпожа, что довесили меня и позволили вспомнить прошлое. Но мир слабеет и постепенно теряет то, что всегда оставалось с ним. Я надеюсь, что это еще не конец. Если и конец всей истории, то счастливый. А, то же самое. То есть это... Так, а что мне делать в конечном итоге? Я с ним поговорил, ладно. Так, а мне ничего тут забирать не надо? Может, Светоч? Можешь обнять его? В общем, я нашел медведя. Толку от этого ноль. Он только рассказал историю. Как раз 42 минуты записываем. Может быть, храм найдем поблизости? Давайте посмотрим. Ну, честно говоря, реально интересно. Нет, интересно, реально. Здесь все держится на истории, на механике. Визуал простенький, но... С учетом механики вполне себе объяснимо. Нет смысла делать детализацию, когда ты носишься, как угорелая птица. Ну. Давай. Так, а куда нам дальше-то остается только? Только вот сюда разве что лететь? Давайте туда и слетаем, посмотрим, что там да есть. Вот еще. Постараемся, может, найдем парочку призраков, почитаем. Ну вот опять же, колокольчики звенят. Я здесь призраков где-то увидел. Вот так облещу понизу. Я тут заметил свет небольшой. Возможно, это призрак, а возможно, снег. Но это один большой кусок острова. Но я тут не вижу пока никого. Значит, мне показалось, что ли? Ну тут вот птички опять же сидят. Не понимаю, для чего нужен вот эти вот постамент, честно говоря. Толку от них немного.
О, а вот и пара душ, забытых во льду. Заметьте, начинали с пещеры и зелени, закончили снегом и упокоем. Я понимаю, что тебе открылось много дорог, но дальше пути нет, земля провалилась, все, кто выжили, идут отсюда в сумерках. А нам туда получается. Так, разгон. Ну, кстати, очень хорошо проработана механика полета. Очень хорошо. Место покоя, медитации вдали от шума этого мира. Когда стало ясно, что этот мир болен, медведь-дух заморозил дверь и заморозил ключ в другом месте. В пещере гармонии, где были лед и колокола к востоку отсюда, где-то среди гор воющих пиков. То есть, чтобы мне попасть туда, мне нужно сначала открыть врата, которые на востоке. Что ж, давайте тогда пока на этом с вами сегодня закончим, ребят, на этом месте. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписочки на социальные сети, ссылочки, которые найдете в описании. Буду очень признателен, ребят. Ну и, конечно же, что думаете об игрушке? Мне лично понравилось. Механика вообще, кстати, удивительно. На реальный захват ты чувствуешь полет. И главное, медитативное. Так что, да пребудет свет с вами в этом новом году. Будем с вами видеться теперь в формате геймплеев намного чаще, потому что это реально позволяет и с временем грамотно его распределить, и, как говорится, нам с вами вместе веселые игры проходить. Увидимся. Удачи!